В одной из шахт рудника «Удачный» произошло обрушение горной породы. В ходе проверки установлено, что в результате происшествия пострадало 3 человека, являющихся сотрудниками различных подразделений компании «Алроса». По заключению экспертов, здоровью одного из них причинен тяжкий вред. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за обеспечение безопасности на объекте. В настоящее время следователям проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также причины и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием запрошена необходимая документация, устанавливаются конкретные лица, ответственные за обеспечение безопасности на объекте.